Профилактика онкологических заболеваний, конечно, в первую очередь, это пропаганда здорового образа жизни. Эффективная пропаганда здорового образа жизни. Отказ от курения, да, профилактика табакокурения. Со стороны Министерства здравоохранения в этом направлении большая работа проводится. Вы знаете, что в этом году впервые среди стран СНГ в нашей стране появится в июле появятся предупреждающие рисунки на упаковках сигарет, где не только будет написано там «курить вредно», а реально показаны рисунки, что курение может вызвать инсульты, инфаркты, что могут быть выкидыши, что это приводит к старению кожи. Реальные рисунки, которые предупреждают о вреде курения. Мы будем первыми, и наш опыт, мы сейчас активно выступаем в рамках Таможенного союза и Евразэс, нашей экономической зоне и в Таможенном союзе, потому что все техрегламенты потом будут утверждаться наднациональными нормативными актами. Поэтому сегодня мы активно работаем и с другими государствами, чтобы такие предупреждающие, эффективные предупреждающие рисунки были в этих странах.